Радость от встречи с художественным приложением к песне «Новый день». Вот так сюрпризная встреча. На самом деле сюрпризная и неожиданно она появилась. Открытка-раскраска к любимой песне. И такое счастье с ней встретиться. И встречаясь, я встречаюсь с новым днем. И сразу вспоминаются первые строки песни. Вот как можно встречать новый день, встречаться с песней, как встречают герои этой сказочной странички. Так радостно, благодарно, сюрпризно подготовленно, нежно и восторженно, дружно и счастливо. А встречаясь с нежным взором и улыбкой самого героя песни, я встречаюсь с нежным светом его души. Этот свет наполняет все пространство вокруг, весь рисунок. Такое чувство, что я встречаюсь со всем творческим комплексом «Истинно большая», потому что герои этой странички так узнаваемы. И встречаюсь со сказочным миром этих нежных, прекрасных, добрых чувств. Хочется послушать и аккомпанемент песни. И, конечно же, саму песню. И скорее взять цветные карандаши и внести вместе с красками благодарность за эту сказочную встречу.